Друзья, с вами Даналия. Сегодня я буду играть в Майнкрафт. Боже, как давно я в ней не играла в эту игрушку. Я не люблю выживалку, но я люблю творческий мир. Вот я вчера создала себе, попробовала, но сейчас я создам режим выживания, мой самый нелюбимый режим. Зову его своим именем. Так, настройка. Это мы все оставим. Итак, мы создаем мир. Я не помню, что и как делать вообще. Я только знаю, что смысл крафтить, делать. И чтобы тебя не угрохали. Да. К сожалению, мое самое нелюбимое место в Майнкрафте — это пещеры. Но придется исправляться, чтобы во все это поиграть. Поэтому сейчас ждем загрузочку и будем пробовать. Так, жизни, еда и меня я думаю, меня на дерево закинуло. Так. Угу. Ага, я вижу уже поросят. Привет, хрюндель. Угу. Листики в небе, нормально. Это мухомор! Это мухомор. Так, я пуста, как... Короче, я пуста, на мне вообще ничего нет. Так. Мне все-таки интересно, это мухоморки такие? Это мухоморки такие. Ничего себе. Так, буду романтиком. Овечка. Я буду строить себе дом на дереве. Какое-нибудь убежище. Так, тут как раз вот овечки есть. Значит, я буду сейчас срубать маленькие деревья. Это долго, да? Давай. Это будет очень долго. Насколько я помню, тот самый простой способ. Мы просто встаем и ломаем все подряд. Да? Вот. Потом мы будем из всего этого строить домик на дереве. Почему на дереве? Но мне кажется, выживание — это самый лучший вариант. Чтобы никакие скелетики, криперы и вообще никто из всего этого большинства меня не съел. Ну или не взорвал в данном случае. Я единственное не понимаю, почему он не падает. Ага, веточки. Саженцы. У нас саженцы. Так, главное не стукнуть овечку. Я буду бить овечек только когда есть хочу. Буду хотеть, вот тогда я их стукну. Собираем. Да, что меня всегда немножечко раздражало в Майнкрафте, это такая спокойная мелодия. То, что ты играешь, у тебя нервишки шалят. Нет, как нормально. Пам-пам-пам. Так. Так, ну больше я поставлю, наверное. Давай. Давайте, ломайтесь, мне нужна древесина. Когда я впервые в Майнкрафт поиграла? Наверное, на даче. Да, на даче ко мне зашел друг. Спросил про Майнкрафт, я сказала, что... Типа, что это такое? Почему все на этом помешаны? В итоге Даша все лето играла в Майнкрафт, но в творческий. Знаете, замки, пещерки строила, переходики всякие, сокровища. Ой, потом я узнала, что какое-то было дополнение, где можно было драконов, по-моему, выводить. Синего, красного, зеленого, я точно помню.
И потом было еще, я же люблю лошадок, и когда я выяснила, что там можно лошадей приучать, и что лошадки появятся, я вообще так захотела поиграть. Но в итоге, когда это все появилось, у меня не было... Точнее, на официальном Майнкрафте это все было, а пиратский, бесплатный, я не смогла найти этой версии. Вот, и поэтому я осталась без лошадок. Совсем без лошадок, совсем без драконов. Я очень расстроилась. Мне было очень грустно, потому что Даша кое-кто хотел очень сильно поиграть. Это когда было года два назад, то есть я два года не играла в Майнкрафт вообще. Не то, что не играла, у меня его на ПК ни на каком не было. Потому что у меня несколько раз за эти два года я восстанавливала себе компьютер. Диплом, видите ли, писала. Бедный компьютер. Заразился всем, чем можно, пока я искала программу для диплома. Так. Раньше мне казалось, что ломать древесину было дольше. Или что-то поменялось, пока меня не было. Так. Давай, 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 последнее. Скажи, что это последнее. Ладно. Так, о, я вижу грибочечки. Я уже думала, подводная пещера. У меня страх. Я как только вижу уже что-то, хоть что-то намекающее на пещеру, все. У меня поджилки трясутся. Так, грибочек, 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 грибочек. Я не знаю, насколько меня хватит, но вообще хочется попробовать. Нет, до крутых уровней я, возможно, не доживу морально. Потому что я устаю играть долго в одну и ту же штуку, в одну и ту же игруху. Ой, поэтому будем... Да, здравствуй, овечка. Будем пробовать. Так, у меня 23 блока древесины. Пора найти себе какое-нибудь хорошенькое местечко. Хотя, в принципе, можно пока, я думаю, продолжать ломать. Вот, и, может быть, пойти изучить местность. Может быть, мне понравится где-то больше, чем здесь. Потому что когда в Майнкрафте начинает темнеть, у меня прям паника начинается. Быстро-быстро куда-нибудь свалить, сбежать, спрятаться. Кровати нету. Серьезно, я вообще не помню, как крафтить. Я помню, что должны быть какие-то... для основного крафта должны быть эти... Какие-то ящички, чемоданчики, шкафчики, кузни. Цветочки, цветочки. Даша, зачем тебе цветочки? Зачем? Даша просто хочет цветочков. Раз цветочек, два цветочка, три цветочка. Вот сейчас я подумала, что со спины бы вот на третьем цветочке меня бы кто-то кокнул. Это было бы смешно. Что такое? Steam решил заговориться. Бла-бла-бла. О, здесь есть вода. Но тут нету дерева. Это поросята? Да, это поросята. Не падать. Такое маленькое дерево. Что? Что от меня уставился? Отвернулся. То смешное чувство, когда ты не смотришь, они на тебя смотрят, когда ты отворачиваешься, они отворачиваются. Типа, а чё? Мы на тебя не смотрим. Уэп. Угу. Ой, просто замечательно. Непрогруженность меня радует порою. Или это реально дырка? Вау. Воу-воу-воу. Не пугайте меня так, я же говорю, трусишка, я боюсь всего и вся.
Я когда вчера зашла в творческий мир, начала пытаться накормить лошадь морковкой. Ёлки, я так перепугалась, когда начала издавать какие-то страшные звуки непонятные. А когда я вообще нажала правую кнопку мыши и начала удерживать... Лава. Лава. Я, конечно, плохо помню. Верни! Ну, у меня такое чувство, что если там, по-моему, воду соединить с лавой, песок, что ли, будет? Ну, давай проверим. Давай еще. Фух. Так, нет, не работает. Ну-ка, давай это. Чё не так, а? Это долго, да? А, нет. Так, это и на счёт такой. Ёлки, ладно, меня отсюда выбери. Выпустите меня! Выпустите! О, во, пещерка! Вот подземные пещеры я боюсь, а пещеры, которые в горе, я вообще нормально к ним отношусь. Значит, вот это зло... Вот это добро. Вот мои привилегии. Так, а что так? Во-в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 о
Закат, да? Это плохо. Так, я помню, как забираться. Эй, ну-ка, давай еще повыше. Давай-ка. Давай, давай. Земля кончилась. Ля-ля-ли. Вы посмотрите. Посмотрите, как красиво. Вот все в кубиках, но красиво. И кусок земли в небе летает. Так, ладно. Значит, так. Ладно. Ты издеваешься на мной? Ой, все, ночь наступила. Ни черта не вижу. Так, ладно, поступим проще. Раз, два, три. Эй. Так. Оп. Оп. Это ж насколько надо быть криворукой. Серьезно. Ну ладно. Не криворукость, это моё. Вообще нифига не вижу. О! Наконец-то. Давай-ка. Будем строить домик на дереве. Ага. Красота-то какая, а? Значит, здесь мы сломаем. Я вернусь за тобой. А потом вот тут мы поставим.
Так, главное не рухнуть. Во! Другое дело. Ой, красота-то какая. Вот в некоторых игрушках даже луны нету. В Майнкрафте луна есть, слава тебе, господи. Так, значит, 14 блоков. Что ты бякаешь, Мия? Вот добякаешься, в загоне будешь стоять. Разговариваю с овцами. Что еще дальше делать? Разговаривать с овцами. Так. Угу. Так, давай вспоминать все рецепты. А что тогда? Не? Вообще никак. Ну ладно. Ладно, мы построим доски. Палка. Кнопка. Нажимная плита. Краситель. О, верстак! Верстак. Вот как он называется. Нифига не помню. Так, ладно. Оба-на! Смотрите, кто там. Ой, здрасте! Ой, здрасте! Зомбак и крипер. Если... Да, вроде крипер. Если я ничего не буду, простите. Чё ты рычишь? Вот чё ты рычишь, а? Серьезно, меня пугает, как они орут, а? Как показывает практика, детские игрушки меня доводят до полного просто ужаса. Чё ты? Чё ты орёшь, а? Так, ладно. Пам-пам. Чувак, у меня, когда ты так делаешь, мне как-то нехорошо становится. Ты вообще в курсе, да? Так, насколько я помню, все, когда строят домики, делают... Оп-оп! Ладно. Я тебя не боюсь. Уйди! Блин, стоп нажала. Иди оттуда, я знаю, что ты взорвешься. Нет, я хочу жить, я не хочу сдохнуть. Так, вот ты иди нафиг. Так, до свидания, мистер Самбак, я невкусно. Иди. Что за фигня? Так, главное не рухнуть в яму. Где мой дом? Вон мой дом. Не бейте, я жить хочу. Пожалуйста, не убивайте, не трогайте меня вообще. То! Ребята, серьезно, вот мне страшно. Я не люблю эту игрушку из-за того, что мне страшно каждый раз. Так, ладно. Все, до свидульки. И стали сразу. Ладно, строим домик. Ты еще тречишь, а? Так, спокойно, не упасть. Я тоже тебя не очень сильно люблю, но давай останемся друзьями, пожалуйста. Ах, ты ж там опыт остался. Не, чувачок, извини, я не спущусь. Как не умоляй, не спущусь. Так. Угу. У Даши кончилось вообще все. Что такое? Еще хуже. Ладно. Да чего ты рычишь, а? Они с рассветом все уйдут, да? Мама! Так, давайте мы больше не будем так делать.
Так, ладно. Сейчас мы сделаем верстак и закончим на этом. Все сделаем и закончим, а то потом это будет надолго. Закончу. Что ж, я думаю, я буду дальше играть, да, чтобы видеть, как поутру зомби будут гореть красным пламенем. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, если вам хоть чуточку понравилось это видео или хотя бы за мои старания. Напишите в комментариях, если вы хотите мне дать какие-то советы по игре, я буду очень рад их прочесть и знать о том, что вы меня смотрите. Я вас люблю, пока!